Вот это пушки, которые защищали южный подход Дмитрова. Дорогу, по которой якобы должны идти танки. И памятник не просто так, а именно на этом месте, где стояли пушечные расчеты, именно здесь поставлен этот памятник. И вдруг его взять и сломать. У нас 184 памятника. 50 у нас захоронений. И вот мы все воплотили в это... Альбом. Нет, их три альбома. Да, я вижу. Вот. Эти вот три альбома, это все памятники, которые на Дмитровской земле. Ну, это, соответственно, кто их делал. Вот. Все, собственно, эти герои Советского Союза собраны. То есть мы считаем своим долгом не забывать о своих земляках.